Завершены работы по разминированию некоторых участков освобожденных территорий Азербайджана. Для того, чтобы этот процесс успешно продолжался, будут проведены совместные межведомственные учения. Основаны они будут на гуманитарных стандартах разминирования. Об этом говорилось на заседании рабочей группы по очистке от мин и не разорвавшихся боеприпасов Межуправленческого центра. В ходе заседания были заслушаны еженедельные отчеты по очистке от мин и не разорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях, обсуждены отраженные в них вопросы.